На спортивной волне перчане встречают День города. Традиционная зарядка с чемпионом собирает жителей, неравнодушных к спорту и к своему здоровью. И даже погода сегодня этому не помешает. С 10 утра на главной площади Бердска людно. Школьники и студенты, взрослые и дети собрались вместе, чтобы зарядиться бодростью и хорошим настроением. Спасибо нашему родному городу Бердску, что как бы организовывают такие праздники. Это очень интересно и позитивно. Сегодня мы привели 3 класса. Мы все здесь. Мы любим зарядку и любим наш город. Ура! Выполнять все упражнения легко и правильно помогает веселая музыка и, конечно же, спортсмены. Ведущим зарядки стал мастер спорта международного класса, член бердской команды по регби Валерий Хлудков. В конце – совместное фото со спортсменом. Вторым местом проведения акции стала площадь перед Дворцом культуры «Родина». Она прошла на полчаса позже и собрала немало людей, следящих за своим здоровьем. Мы решили поддержать такую замечательную акцию, как «Зарядка». С ребятами прошли очень здорово. Сегодня они будут играть. Как бы здоровый образ жизни поддерживаем. Оздоровительную зарядку для жителей микрорайона провел тоже регбист и мастер спорта международного класса Павел Кривошеев. Давайте разомнем наши кости, начнем утреннюю зарядку. Начало. Утренняя разминка для берчан стала хорошим началом праздничного дня.